Снайпер не видит нас? Вышел на север, Давай, на высоту. Не погорим, вверх едут. Они... Кто-то ведет его, нет? Нет, уже за деревьями не видно, они по горе вверх ехали. Они на 71-й уже. Ну, бухту буду, заезжать. Давай, Бля, сука, все посадили. Сразу налево. Мурлок сразу направо, даже поднимайтесь. Высоту, на саму высоту не полезайте. Вы его, значит. Все живы. Ровно, я ранен. Нахуй, блять. Чувствую из того лука. Наверх. На вершину не поднимаемся. Бахтиз, о, этот, кто со мной? Бахтиз, Борзай. Вдоль воды, короче, на 180. Короче, Борзай, задача на маяк выйти, с маяка смотреться и собрать. Чем мы дальше на север перебегаем? Восточная группа. Да, восточно идем на север. До зоны работы РМ метки смело прям продвигаем. Шайтан, ты рядом со мной 346. На правой горе? Следующая гора, да. Пулеметчик лежит на вершине. Куда смотрим? На землю 345. На самой вершине? Да, на самой вершине. Мне тоже показалось, но там вроде пулик. У дороги зло лежит? Да, я лежу. Борзани прям. Он, да, походу раненый. Шайтан, можешь 72-ю просмотреть суточки? Да, сейчас найду позицию. Есть пехотинец. Где? Дал метку, по-моему, 93-я. Самый топ, только голова торчит из-за склона. База слышна на севере. Да мы на 20. Надеюсь, что вертолет ее ёбнет. С той высоты, с 92-й спускается в нашу сторону один. Дымы кидает, поднимается на высоту. Возьму 20, 900 метров. Со мной кто-нибудь пойдет? Все идут? Да, я поднимаюсь. Там еще один пекс РПГ-7. На той же высоте. На север, да? На 93-й, да. Они бегают по холму, что-то по КВшке передают. Смотрят на восток почему-то. Это РПГшник. Дал метку примерно восточную. На горе стоит, епту, мать, на метке джиги, блять, прям. Задымляется. РПГшника надо ёбнуть. Вроде минус. Дымы враг дал. Дымы враг, да. Минус один слева от дымов. Я за дымами бэху вижу, я с обратной стороны дымов, смотрите аккуратно. Сейчас бэху выбить. Сейчас я уеду строго. Не спугните. У них на КВ живо трое, по-моему, или двое. У меня тоже 26, скажешь, когда готов будешь. Прям перед нами, блядь. 320 в упор, 30 метров, блядь. Вот моя синяя метка шайтан, последняя. Кто сейчас магазин перезарядил? На стылу на что-то есть. На заушке враг, на заушке враг. А, это свой перезарядил. Я трубу даю. Кто с трубой? Идем сюда, идем сюда. Смотри, с трубой 340 от нас. Буквально 30 метров стоит Бэха, прям нос на холме. Точная метка, стопроцентная. Выбьешь ее? Нет, я не вижу, где она. Пройди на запад, буквально вот 10 метров. Или дай мне трубу, выбью ее. Вот сюда за камень пройди, вот за левый. Увидишь, там борт у нее стоит. Вижу. Ёбаный, блядь. Смотрелись. Да, понял. Калашник убил какого-то у Бэхи. С севера работают. С холма очень издалеко. Шайтан с юга, со спины, по-моему, прилетал близко. Понял. 86-я, по-моему. Да, я попробую найти ее. Да надо бы, давайте. Да, я без стамина. А, давай. Видимся. У них спешился мехвод. С Бэхи? Да. Походу куда-то да делся он. На север точно не убегал, юг или юго-запад. Убил его. Да. Это не ты бил. Бля, либо он... По мне, кто-то работает другой. 220 от Бэхи. Горя на мне прокидывают. Да. Сейчас, секунду. Поставил Бэха, она подбитая. Сейчас там живой? Да. Вот тут дал одиночную, с запада от Бэхи, там за камнем мехвод. И с цифрками 2, 3, 4, там кто-то по мне стрелял еще с холма. Оно еще живое? Внутрипех есть? Должен быть, по идее. Вроде убили. Нет, он сбежал с него. А, пустая. Я работал. Теперь точно минус мехвод. Но на твоей горе тоже должны быть. Я понимаю, но от твоей метки я никого не вижу пока что. Шатана, к тебе иду. Наметку поставил на западе, там вражеская пехота спускается в город. Значит, по логике ничего нашли, должно быть. Дымы кидают, отходят. Смотрите, у них много мин. Очень много у них мин. Да, мины. Я в город спустился. Это, блядь, мина, он подметку поставил. Скажи, что с автопушки работают по-новому, без разницы. Сейчас попробуем. Ставим 10 меток на нас, чтобы не поняли. Это здание проверю. Где-то сидит над нами, над нами. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.